Дамы и господа, мы готовы к взлету. Просим вас убедиться в том, что ваши ремни безопасности застегнуты и подтянуты по размеру. Желаем вам приятного полета. Как же? Ура! Попала прямо на кухню. Начали. Да, почти в мусор, между прочим. Это супер. Так. Поставься, да. Есть. Сам, ты будешь доливать? Будешь доливать после отстоя пены. Держи. Спасибо. У нас тут кино снимается. Пока километры. Не будем мешать, нагнулись. Небольшое. И раз. А уши я им закладывала. Да, перепад высот был просто. Распускались, стороны когда выше были. Прекрасно. При слове «Бобруйск» слушатели болезненно застонали. Все! Мы сейчас вскочим на диких скакунов и в одну минуту догоним и перегоним доктора! Со мной! Живы! За вашими спинами пасутся два осла. И два болвана.
Ничего, ослы даже лучше, чем дикие скакуны. Они не будут умнее. А когда бы Бармалей козни нам не строил, мы не знали бы, что мы, видимо, герои. Вот я задумался, подумал, зачем мне это? Что не станем мы в беде, ахать или охать. Ой, Боря, а мне это нахрен это сдалось, а? Это даже хорошо, что пока нам плохо. Это даже хорошо, это даже хорошо, что пока нам плохо. Самое прекрасное в походе — это его закончить. Ох, нелегок путь, да. В страну дураков. Да, да. Все лапы сотрешь, пока дойдешь. Все лапы сотрешь, дураков в страну дойдешь. Стой-ка. Что это? Харчевня. Зайдем, а? Ну, хоть глазком взглянуть, что готовится. Хоть бы нюхнуть, что варится. Зайдем, а то ведь не дойдет. Развалится. Три корочки хлеба. Нет, 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 нет. Все хорошо ест, он хорошо работает. Все!
Thank you.
Thank you.
Калак не Ереван, Урахутян уйсиях пюр Ереван, Чахеллерет урах завартен апрум, Кезановен хапартанум еркер навирум. Иманкутян уйш калак не Ереван, Урахутян уйсиях пюр Ереван, Чахеллерет урах завартен апрум, Кезановен хапартанум еркер навирум. Скачум орнаман, Ереван, Аннаман, Ургенумем, Миштеркумем, Кесин, Ереван, Ереван, Аннаман, Ургенумем, Миштеркумем, Ереван. А кто его знает? Нас ведет проводник, а мы не думаем, как хорошо. Пойдем в обход.
кривые герои, подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. Вот идти, понятно, не очень легко, не очень приятно, не очень далеко, не очень приятно. Я искренне поздравляю вас с вершиной. Большое спасибо, что решили подняться и выбрать Армению. Пользуясь случаем, вы можете передать приветы водникам, рожденным тем, кому горы чужды. Да. Нам они тоже чужды, но мы сюда приперлись. Мы сделали это. А спускаться будет очень страшно. Главное, чтобы ботинки были. И уверенность, что ботинки они... Ботинки есть, уверенности нет. Что дотянут они до следующего. Нет, дотянут. Ботинки, по крайней мере, точно останутся. Да. К ним и съедут три пары ботинок и Альберт. И уши. И мы с пути кривого ни разу не свернем. А надо будет снова, пойдем кривым путем. А надо будет снова, пойдем кривым путем. Ну как, не зря приехали? Не зря. В суету городов и в потоки машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будят у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.